почему они рыбок не едят? Они будут маленькие, поэтому я его не ем. Как заставка раньше была в Винде. Потому что ты никогда не смотришь по сторонам, а несешься с нами губы. И ничего не видишь. Это что такое за ней смотреть? Ну, они же классные. Под водой не хочешь. Можно я тоже, бабочка? Ну попробуй. Так он не видит. А вдруг увидит? У меня прям целый фотосет. Ладно, тебе поменяй его. Нет, не хочет он приходить. Тогда мне лучше поменять, чтобы я видел. Пингвинчик, это пингвинчик. Это не пингвинчик. Это мама. Мы его поймаем. Пальчиком покажи. Покажи. Ты ему два пальчика покажи. Три. То он один твой не видит. Если выше подпрыгнуть или как? Только нет, стучать не надо. Ха-ха-ха. Стой. Под воду так. Мы первый раз шли они под водой, как я запрыгнул. Им надоело уже. Под водой лучше видно, видишь, под водой они, смотри, красивые такие. Я хочу, чтобы они не смотрели. Цып-цып-цып. Видишь? Он за пальчик моим бегает. Хочет его поймать. Слушай, жрать их хочет. Они ж не ты, не кушать хотят. Ну чё, поболтаем? Головой по земле прям. Кушать канат! Канат кушать! Куда это вы смотрели? А он канат кушает! Он канат кушает! Я вижу, обстреляю все. А это к тебе с вами пообщаться пришел? Себе подобное. Все, я упал.